Какого хуя у нас сидим год делать, блядь? Когда он успел взлететь? Самый последний момент. Сиев, это а он? А хули у меня, блядь? Сука. Я перетаскиваю тебя вот. Сука. Опа. А может он сам? Бери фиолетовый. Сейчас Google Chrome выключу. Алексей. Ща, погоди, надо бандикам подрубить. Так нахуя все, блядь, что ли, его включать? Ну, на всякий случай. А пускай, пускай, заебись будет. Потом нихуя смонтируешь. Сейчас у всех лагать будет, нахуй. Мне кажется, вряд ли за бандикама может лагать эта хуйня. Вполне можно. Да? Не как-то, а сам игрок может лагать. А. Все, поехали. Тут мы в любом случае будем Винчи, да? Да. 5, 4, 3, 2, 1. Go! The game is started. Войт, вообще-то ты должен был выйти в наблюдатели, ты ж нихера не увидишь. Опять. Вот, бля, ёбаный всё. Я снимаю, ну. Вот это прикол! Если чё, три записи будет. Я въезжаю в крепость. На пауке. Там как раз есть дырка для этого. Я въезжаю в форт пауком, блять, как еду. Ладно, давайте вопрос. Вы крутые? Да. Короче, юзать эти обилки или не юзать? Юз. Ну, вот это. Юзать, юзать. Я думаю, вообще на юзе пройдем. С Алексеем. Ну, как сказал бы гоблин, будем посмотреть. Я, блядь, карточку повернул, блядь. Чтобы вы у меня сверху. О, нифига ты тут добавил какую-то башенку. А что она делает? Которая вот это. Ты не играл в эту карту. Да. А что она делает? Там всякие бафы и прочее. А что ваша башня дает? Ну-ка. Там в описании нету? В описании нет. Описание в отдельном скрипте делается. Вот это там замороченное, конечно. Ты можешь типа рисовки зданий делать? Ну вот типа нарисовал такой. Ну какое-нибудь любое здание взял и подрисовал ему там добыча тимония там 200, блять. Добыча да. Золота. Ну как это охуенно. Конечно. Какие-то можно с таким способом компании делать. Тоже типа. Также обороняться там, блядь. Короче, там есть Pocket Factory, но завод создает Алексей. Есть Defensive Turret. И как оно, блядь, правильно произносится. У тебя на шахте появится турель. Нифига. Ну не на самой шахте, а возле нее. Это прям автоматом. Да? Не автоматом. Pocket Factory это завод. Ставится завод, через 3 минуты или 2 минуты, я не помню, он ломается, а все это время он создает всяких механических хрень. Как понял, как свалка, да, вот это когда, блять. Да, да. С деструкцию. Только временно. Но это она и есть. Угу. Ну, свалка, блять, она это. В русской вроде как. Английская не помню, как она называется. У меня английская раскладка. Еще грузовик починил, но теперь хилит. Раньше не хилил? Ой, Алексей, пошли вдвоем просто. А кто синий у нас? Алексей, я синий. Пошли, да. Захуярим вот эту вот штуку. А у меня там как раз рядом войска. А там войска, ой,
А, не, погоди, 5 отрядов, ну, нормально, да. Сейчас на его купить что-нибудь. Угу. Нифига дорогие города, блин. Блять, тимониум на фигня еще низко так. Не надо ее выкупить. Ты мне скажи, первая, там также все. Первая волна на четвертой, потом на восьмой, и потом на десятой, и потом каждую минуту, да? Там не каждую минуту, ну типа того, да. Ну примерно. Ну первая точно на четвертой, потом на восьмой следующая, да? Да. Ага. Вот эта турелька Defensive Turret at Mine. Что она делает? Я же тебе сказал, она создает. Ну, у тебя. Когда ты улучшишь шахты, там появится способность, как у этого. А, ой, да, да, да. А вот эти две последние, которые башни улучшают. Ну вот последняя не работает, которая самая дорогая. А самая, ну, вторая, Tower Ranch, она работает. Там великий город нужен? Там нужен баф. Прототип, вернее. Че, все, погнали? Сейчас они подойдут. Там чуть-чуть подойдут. При этом Леонардо сейчас соло будет. Ага. Мы погнали, да? Мы это зря сделали, на самом деле, что вдвоем пошли. Ну, может быть. Там уже скоро пойдут войска. Они уже пошли, по идее. Ну, выкупай город центральный, военными районами вставляй пока. Нет, нет, голды. А, нет, есть. Все, ладно, добьемся. Ты ставишь тихаря капканы на баранов. Как раз мы предел населением сладится. Иди на центр, я пойду их справа захватывать. Чё ты там захватывать будешь? Погоди, нифига, он огненного голема создает? Да. Сколько он стоит? Нисколько. Прям кулдаун просто. Кто создает? Очень большой. Смотри, смотри, смотри. Че? Да блин. Вот здесь они шли только что. Мне кажется, Войт на всех наебал и увел их вправо. Ага. Иди туда, Леонардо, спасайся. Леонардо, ты тут? Че, убил, что ли? Ну, они убил на шахтеров. А зеленый кто это? Леонардо. А. Нихуя, откуда у вас
Дюнная манта, блядь. А, это с нейтрала? Да. Погоди, их две? Это песчаные. А, там огненные эти, да? Угу. Нормально. Ах ты ж гадкий, блин, будет, а? Ага. Строил мне тут за пару. А чё это за хрень такая остаетесь? Я ее выкупаю, не трожусь. А чё она дает? Не, она типа как в палатке работает. А. Ну выглядит она совсем. Чё-то вообще никто не идет. А где? Где они? Телескоп на центр киньте, чё у нас? Бокс. А, это я забыл. А, ну тогда на свой фланг. Ага, но вот центрист. Чему-то разведчику капец сейчас прибыл. Наверное, вот мой, да? Говно враги пришли на центр. Вот хитрожопый, или опять пытался, короче, понял, забежать с края. Слева, слева. Да, вижу. Уже пошел. Ты что делаешь там? Что там мне все заморозил? Нифига. Что ты, блядь? Ладно, я понял. А что их там много тут? О! А, вон как он работает. А ну давай, добей этих гадов. Бой ты должен был юзать чисто магию, а не контролить все это дело. Так я юзаю магию. Это магия. В смысле ты? Ну да. А чё, плохо ну, что ли? Я в командике тебе припомню эту херню. Бля. Надо что ли или чё? А нечего. Да я думал как-то, блядь, разнообразить. Ну так ты не разнообразил. У меня аж полыхнуло. Тут Зик работает как? Кто? Зик. Блять, по-моему, до сих пор не работает, не знаю почему. Но это поправлено. В ближайшее время. Музычка заиграла.
большой город. Ты чё, псина? Вечная, что ли? Какая-то там была, но она же должна разрушаться, я думаю. У нее 40 хп. А эти откуда взялись? Ой, шахтеры! Убивал их всех. Что делаешь? Отходим, Лена. Нихрена там войско. Смотри, что он делает, блин. Кто-то еще телескоп создает? Еще два. Я свой планк просматриваю. Сейчас у меня создастся, я неправильно отвечу. Только красный лапка, да? Да. Показалось, что скорпион с ней ездит. Нифига там войск идет. Слушайте, а мы вытянем вообще? Вы отходите назад к городу лучше. Даю стан. Вот это стан охуенный, 20 секунд. Охуеть. Кайфовая тема. Да, есть такое. И, кстати, новые войска, они же не получили стан, они идут. Новые, которые появились. Да, в любом случае, неплохо. Пипец там войск. Ходите назад в город. Его застраивать надо, блядь. Все-таки, блядь. Там уже улучшенные войска эти, блин. Какие улучшенные? Ну, типа, блин, видишь, они такие золотистые. Паухи, да. Блядь, юзай палатки. А нафиг не надо. Пиздец.
Запокусил. Не, ну это писяша. Очень много. Нифига, там 4 големы. Блин, мой фланг продал. Чё за фабрику? Пиздец, их там много. Вы шо, ребята? Так, это получается 18 минут прошло. На 40 вы выигрываете, да? Да. Ну тут юнитов столько идет, тут уже куча за контроля же, блять. Я хуй знаю. Ну тут супер человеком надо пушка, бля, надо с пушкой что-то делать. С твоего фланга, по идее, не должна была быть пушка. Ну да. Должно было, блядь. Кое-кто распорядился. Марван, темный Алин. Охуеть. Блядь, Леонардо фабрику юзай сюда на свой фланг. Там уже... Марван идет с этой, блядь. Почему вы в обсерватории, блядь, не взяете фабрику? Да потому что мы не привыкли. Блядь, Сикинго как увидел, сразу взять начал. Алексей, этот сделай, блядь, грузовик ебаный. Что, фабрику где мне поставить? Себе или тебе? Лучше у Леонардо. Что-то она не строится, не знаю. Она через какое-то время строится. Да, блин, нормально что ли? Блять. Вон ставится, короче. У тебя там зик летает. Кстати, пушка идет по флангам тоже. Или это позже просто должна идти? Идет? А, или нет? Нет, это я, наверное, я забыл, что направил. Она долго идет просто, блядь. Полчаса проходит. У этого типа, кстати, у Марвана, блять, у него КД походу нету на эту пор. А голем это не вечный, да? Понятно. Да,
Да, херово было, когда по два этих голема шли. Вообще херово. Кстати, у самого Марвана вообще 90 атак. Есть садный, правда, слабенький. Алексей, за что твой телескоп? Да, почувствую меня. Ой, темный ужас, пиздец. А кстати, от изматывания они нормально так подыхают. Там урон им значительно наносит. У меня по максимуму вкачет. Из 12 тысяч хп у Марвана, это вообще пиздец. Он охуевший парень. 12 тысяч? Не видел Марвана? Он там стоит. Темный один. Марван темный один. Ну, с того фана. Нихуя стан. Ага. Лучше оно такое. Нихуя. Пиздец их там идиот. Ну, блядь, Алексей, ты нахуя на мою шахту поставился? Да у меня мало вообще. Ну, как 4 шахты? 4, у меня теперь 3 будет у тебя. А, да? Ладно, да все, оставляй там. Да я оставляю там. Ничего страшного. Ну и все, и големы по флангам пошли. В смысле, древний голем? Да. А до этого не шли, что ли? Я не помню. По-моему, были. Ну, в смысле, сейчас получается, что 26-я минута. Должны идти, я не знаю. Это очень вкусно, что вообще там. Получается, бункер слитый у зеленого, у синего еще есть бункер. Да. Это надо исправить. Не надо. Блять, это не будет. На ресурсов у меня нет. Ох, ё, там где-то череп.
Нифига он одним ударом сколько снёт ему. Нанна. Нормально вообще. Качет. Каким огненный или? Огненный, да. Огненному или он это стеклянного? Он стеклянный. Нихуя, а сколько он бьет, блядь, я не успел посмотреть. Ну он больше. Ну где-то половину снес. Я там ничего не менял. Смотри, видео. Че, вступаем в офис, не? Давай пойдем. В тыл идет, блядь, арка. Да они там просто идут, блядь, на шахту куда-нибудь. Куда все. Держитесь, охуеть, я ебу. Какое там время уже? 28. Ай, какие крутые. Короче. О, мастаны, ребята, крутые. Все у тебя войска в этой хуйке. Пунки. Блин. Чё они у меня туда? Да потому что ты на них направляешь, никто заходит автоматически. И главное, блядь, древний, охуеть. Не обычный дракон, а древний. Чё, уже дракон пошел? Дракон, да. Пойди-ка обратно. Вот. Че? Да, он пошел там. Кто, кто? Паук? Паук. А он зарылся, блин. Ну, да ты псина. Зарылся и зарылся потом. Роза где, блядь? Я все там. Да блин, куда? Чего они такие медленные? Кто? Ну перехватчики, я не знаю, что они проводили.
тоже просто в труху. Хорош. Хорош. 33 минуты. 7 минут осталось. Я говорил, надо 45 делать. Сука. Ты тут все 40 придержали, стоит 45. Ну да. Ну если их не направлять, то я хуй знает, или напор сильнее будет, или что, я не знаю. Да, так. Древнего вы захуярили. О, Саву стоит. Нифига, пятого уровня. Красоте сейчас будет. Это ты шмаляешь? Да. Да. Это здрав. Это что ты что делаешь? Ой, ты только у меня на этих пауков ты как кидаешь, а? Нет. А, я не помню уже, блять, столько было этих пауков. Я как он только перелистываю, да. Я на какую-то другую. Они все сосули. Они все соснули, чтоб ты был в курсе. Да, не, ну это понятно. Я видишь, я переключаюсь с них, и они сдыхают сразу. Благодарство. Ну это уже, видать, из-за юнитов, мне кажется. Да не, не было такого. Кто-то, блядь, ждем Ларка. Ждем Ларка с написано. Ну подвисает, видать, мне кажется, из-за юнитов. У меня Алексей. Много. Вот, теперь Сигим. А что там? Сигим же. Угу. Из-за него, наверное, подлагивают. Опять ждем Маркус. Нет, на карту суетил. Да. Сука, иди нах с этим драконом, блядь. Хуяк, блядь. Поздно я переключился на него, хилку не прохилил. Пацаны, можете Леонардо скинуться на пушку? Что-то еще не задал ли? Конечно нет. Все, спасибо, все, все. Бля. Там Сау тут еще. Да я вижу. Ой, сейчас там дело. Фланг сосет. Да заколебал ты за своими пауками, отстань уже. Куда ты его день ведешь? Ну на шахту, куда еще? Куда еще, блядь, стоять с вами, меситься, блядь? Пускай шахтеров побьет. Ну нервы типа поколоть-то.
Так, ты, блядь, сдохнет по-любому. Дракон. Опять чё, паук? Ну это ГГ. Чё, я тебя прожимаю? Да нет. А, победи Саву там в самом-самом того. А что там дракон? Похуй. Блядь, тут еще один дракон. Так, 39 минут и 40 секунд, сейчас вы выиграете. Вот. Ну, хули, вообще заебись. Маркос увеличил за 2 часов. Понравилось? Не, кайфово. Я не знаю, как вам. Ну, смотришь, так реально не пробить. Вообще никак. Заебись, защита охуенная у вас. Ну, вот эти, наверное, постройки всякие. Не, охуенно, реально. Тылу это драконы эти не помогают развивать, заебись вообще, блядь. Чё, ну, еще катку? Да нет.